Мороз и солнце. День чудесный. Минус 15. Я сегодня с утра не снимала. Занималась всякими делами. А сейчас вам говорю. Добрый день, мои дорогие. Вот, сейчас поеду в магазин. Хочу съездить в Фикс Прайс, посмотреть. Что там есть интересненького, может? Может, уже привезли после праздника чего-нибудь новенькое? Вон самолет летит. Вот. Еще вчера хотела пуговки купить. Ну, для декорирования. Ну, их, оказывается, надо было нести там, они в тубах в таких. А я не знала, ну, в общем, короче, а мне было уже некогда. Вот, так что вот сейчас отправлюсь по солнышку. Как хорошо, когда солнечная погода. Вот что хочу сказать. Вот двор, да? Вот в этом дворе, вот там пиво на разлив. Вот там за подъездом магазин круглосуточный. С алкоголем. Так. И вот еще один с алкоголем. Вообще кошмар какой-то. Пей не хочу. Надо наоборот делать, как в Финляндии. У них по выходным вообще алкоголь не продается. Алкоголь в отдельных. Отделы отдельные, и они раньше закрываются, и позже открываются. А тут «Пей не хочу» называется. Кошмар какой-то. И вообще, я говорю, в Питере слишком много алкоголя, слишком. Пивные практически в каждом доме. Ну, что это такое? Все у нас вот так. То борьба с алкоголизмом, а потом все допустимо. Пейте, пейте, дорогие. Мурманская машина. Хе-хе. Нет, что-то я подумала, не поеду я сегодня за пуговками в Фикс Прайс. Саша просила солянку. Вот сейчас схожу в магазин, да буду солянку готовить. Угу. Вот. Праздники продолжаются. Понес мусор с пивными банками, бутылки торчат. Ой-ой-ой. Вот видите, и тут пиво. Какие часы с камином. Такой симпатичный магазинчик на втором этаже. Это мы и с декупажем можем сделать. Была бы такая фанерная заготовочка. Так. Делали уже и не раз такую красоту. Так, хорошенький прям, да, магазинчик. Столько всякой посуды. А так все пусто. Для животных. Какие-то шмотки там. Все. Ну вот, пока была в магазине. И солнышко уже село. Ну, время-то 3:30. Так, ладно. Все купила, пошла домой солянку готовить. Вот как. А вот там вот
Вот это вот там вокзал Ладожский. Так что там Ладожский вокзал, а там метро проспект Большевиков. Так что представляете, да, где это находится? Девочки, вот сейчас специально вышла на балкон. Думаю, сейчас вот вам скажу. Читаю ваши комментарии. Саша напротив сидит. И я там вот какие, прям вот прям когда такие комментарии, я вот ей читаю, а она мне говорит: мам, я вот смотрю на тебя со стороны, ты как ребенок. Ты так радуешься, вот прям вот у тебя такое лицо. Она говорит, как будто ребенку игрушку подарили. Я говорю, да ладно. Она говорит, да. Она говорит, вот тебя снимать надо со стороны, когда ты комментарии читаешь и отвечаешь. Я говорю, так времени-то особо нет. Я бы, конечно, всем бы писала, бы дописала. Так вот. Вот так вот. Вот, может, кто и не поверит. Вот Саша, она прям так вот. А я думаю, что он так сильно на меня смотрит? Я правда, я так радуюсь, прям, когда вот мне что-то такое пишут. Есть же прям девчонки, прям вот прям так напишут. Аж в душе все переворачивается. Спасибо, мои дорогие. Я уж сколько раз говорила. Если бы не вы, я думаю, меня бы уже не было за эти 2 года. Вот люди же не зря отмечают, какая я была негативная, сколько у меня было всяких видео таких. А потому что тяжело пережить-то такое. А со временем, нет, оно со мной все осталось. Я и плачу, и переживаю, но в основном беру камеру и прям как-то вот. А уж когда комментарии ваши читаешь вообще. Так что вот так вот. Спасибо вам большое. Правда. Да ну сейчас опять зареву. Опять вечер. Опять где-то стреляют. Эти праздники. Вот. Вот, девчонки, вот кто со мной согласен, напишите. Вот задолбали этой стрельбой. Бедные маленькие дети, бедные собаки. Может быть, и кошки на что-то вот не реагируют на это. Но это ужас, Господи. Вот это вот стрельба безостановочная, стрельба, стрельба. Надо как-то... Вот в Финляндии с 1 января по 5 можно только стрелять. И то... Ни в коем случае около домов. Вот они в лес выезжают и там палят. Ну тут же вот это, то там за окном, то тут за окном. Ну кошмар какой-то. Да, скажут старые, ей нахрен это не надо теперь. Да потому что я переживаю за деток маленьких. И за собак, я их очень люблю. Во, ой, что хотела сказать, Господи. Уведет меня вот эту куда-то в сторону. Девочки, а кто помнит такую примету? Старую примету. Копейка в левом кармане. В пальто, в куртке, в шубе. К удаче. Вот, кстати, кто помнит, напишите мне. Мне... В Щелково мы, ну, заходили в магазин, и мне дали сдачу, и копейку дали. Думаю, о как! Я ее в левый карман положила. И вот вчера, у меня никогда такого не было, на Апраксином дворе мне продали все по оптовой цене. Не в одном магазине, а в 3. Я уже, знаете, начала вот это... Думаю, покупателей мало. Может, они из-за этого. Ага, из-за этого прям. А я вот думаю, из-за того, что копейка у меня лежала в левом кармане. Вот попробуйте.
Найдите копейку. У хороших хозяек есть все, и копейки лежат где-нибудь. У меня тоже лежат дома советские, конечно. И в куртках у меня дома тоже есть. Ну, не во всех, правда, не во всех вещах. Я вот думаю, может быть, вот я считаю, что не мой день, когда мне, ну, что-то не получается, не удается. А может, просто у меня в куртке копейки не было? Вот попробуйте, и, пожалуйста, мне прям вот напишите, у кого получается. Но я просто вчера, я забыла, я так устала. Я просто забыла вам это дело рассказать. Ну, никогда у меня такого не было. Но просто вот каждую нить бус мне отдали, сейчас я вам скажу, на 100, на 110, на 120, даже на 130 рублей. И когда я зашла в последний мир украшений, и там особенно брать было нечего, я взяла, там были браслеты, я взяла несколько браслетов. Ну, думаю, это не камни, это стекло, ладно. А на выходе она меня спрашивает, у вас есть кто-нибудь в базе у нас? У меня Саша там в базе есть, конечно, я сказала. Она ее набрала и говорит, а, забирай все по оптовой. И я прям так смотрю и думаю, нифига себе. Если бы я заранее знала, я бы взяла гораздо больше. И настолько вот это приятно, когда вот так получается. Так что, мои дорогие, кто не знает, попробуйте и сравните. С меня всегда на Апраксином дворе драли, знаете, как, блин, в три шкуры. А тут вдруг вот так вот, в трех магазинах. Я была просто в шоке. Но в один магазин я зашла и была просто... У меня был... Скажем так, культурный оргазм. Там торгуют какие-то мужчины, ну, не азербайджанцы, не какие-то, вот на индусов похоже. Ой, девчонки, у них такие бусы, у них такие вещи красивые. Но цены... Это просто... У них такие камни, каменюки... Такие все украшения, такие вот кто, если не знает, это вот как заходишь, ну вот от метро идешь, от Сеной, да, идешь вот туда, заходишь вовнутрь, идешь чуть-чуть прямо, потом заворачиваешь, и прям сразу за первым рядом налево туда. Налево, ну назад, как к входу, назад. И вот потом в конце будет слева... Магазинчик такой неприметный. Ой, какие там вещи красивые. Ой, ну цены. Если бы у меня так покупали украшения, вот прям, ой, я бы специально приехала. И накупила. Ну, если я, даже если я, не знаю, там... Попрошу у Кости денег, там у Саши, и страчу там 10 тысяч, но... Ну, кто у меня будет покупать украшения, которые стоят 3 тысячи рублей? Ну, кто? Да никто. По 1000-то не покупают. Спасибо отдельно моим девочкам, которые у меня покупают мои украшения. Вот спасибо огромное до земли. Ну, что делать? Жизнь такая. Ладно. Чё плакаться-то? Господи. Ноги ходят, руки делают, глаза видят, и то, слава богу. Я как-то, в общем, бывают минуты такие, но головой-то всё понимаешь, что спасибо, что так. Но всё равно хочется. Ладно, мои золотые. Давайте, время уже позднее. Скоро Саша моя приедет с работы.
Я борщик сварила, майонезик домашний сделала. Ну и так что-то ковыряюсь целый день. То там, то там. Давайте, чтобы все у нас было хорошо. Посмотрела с опозданием видео Марины. Да чего приятно, господи. Ой. Увидеть то, что было, с другой стороны. Я даже не замечала вот за болтовнёй, что Марина успевала снимать там что-то, когда мы приехали. Так приятно. И главное, смотришь по комментариям. Господи, сколько девочек наших. Спасибо, мои дорогие. Спасибо. Ну ладно, давайте. Всем хорошего вечера, спокойной ночи. Я вас люблю, обнимаю. Будьте все здоровы, пожалуйста. Я тоже не сильно здоровая, девчонки. Ну, прям, скажем, не сильно, совсем не здоровая. Но я стараюсь. Я стараюсь. Ну, а потому что по-другому-то как? Я все время смеюсь, говорю, самовывозом на кладбище я пока не собираюсь. Поэтому приходится жить, работать, радоваться. А радоваться надо, иначе это не жизнь, правда? Все, мои золотые, я вас люблю. Ну и пока-пока. Пока, спокойной ночи, девчонки.